Пока не изобрели волшебную таблетку, от которой лицо молодеет сразу и навсегда, косметологи настаивают на комплексном индивидуальном подходе в решении возрастных и прочих проблем. Сегодня речь пойдет о программе Deep омоложение и сияние кожи. Это сочетание лазерного воздействия с классической уходовой косметологией. На прием обратилась пациентка, 56 лет, со свойственными в этом возрасте проблемами. То есть небольшое обвисание вала, гравитационный птоз и ухудшение цвета и качества кожи. Дип-омоложение относится к разряду неагрессивных косметологических манипуляций. Процедура безболезненная и нетравмирующая. Комфорт, приятные ощущения. И результат. Сама лазерная процедура проходила вполне комфортно. А уходовый этап вообще сопровождался очень приятными эмоциями. И с каждым разом эффект нарастал. Как будто бы прогревается внутри кожи ощущение легкого тепла. Достаточно очень приятно. Очень приятно. Никаких таких побочных эффектов, конечно же, не наблюдалось. Вот здесь очень интересная особенность у именно дип-омоложения, то, что мы не повреждаем поверхностные слои кожи, что означает возможность и рациональность проведения процедур в летний период времени. Мы совершенно не повреждаем кожные покровы, мы не боимся пигментации, мы пациента настраиваем на все сезонные процедуры. Лазерное дермальное дип-омоложение и косметологический уход сияния кожи проходят за один визит. Эффект заметен уже после первой процедуры, но чтобы закрепить результат, потребуется 4 визита с интервалом в одну неделю. Этот комплекс подходит людям с низким болевым порогом, и такие курсы рекомендуется повторять раз в полгода.